Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре автонабор инструментов от компании Top Tool. Код товара по каталогу GC-AI-106B. Набор на 106 предметов. Top Tool — профессиональный инструмент. Инструмент долговечный, имеет пожизненную гарантию. Также есть масса запасных частей к наборам. Top Tool применяется в основном на автосервисах, предприятиях, там, где от инструмента нужна высокое качество, долгий срок службы, то есть который выдерживает большие нагрузки. Также применяется автолюбителями. Набор, который у нас сегодня в видеообзоре поставляется, вернее, упаковочная коробка идет такая вот картоновая, полноценная, то есть не накладка бумажная. На упаковке указывается комплектация набора сбоку. Указывается, где набор производится. Это остров Тайвань, инструмент Top Tool, это тайваньский бренд. И указывается его положительные моменты данного инструмента. Ну, здесь, конечно, все на английском. Кому интересно, можно перевести. Начнем с трещоток. В наборе два рабочих квадрата. Это 1,2 дюйма и 1,4 дюйма. Соответственно, две трещотки. Маленькая и большая. Трещотки на 36 зубьев. Разборные. Внутренний механизм трещоточный меняется, то есть можно докупить его отдельно. Это, как считается, расходник со временем. Если часто работать, то, конечно, нужно будет заменить. Можно заменить, раскручивается, можно и обслужить, смазать внутри. Реверс, право-влево переключение, быстрый сброс головки. Нажали кнопку, быстро сняли, зафиксировали, трещотка держит, вернее, головка держится на трещотке. Все то же самое, маленькая трещотка. Так, не раз сказал. Длина трещотки под 1,2 дюйма 270 мм, под 1,4 150 мм. Рукоятки здесь пластиковые, удобно лежат в руке. Надпись Top Tool на рукоятке, но здесь не надпись, а буквы, прессованные в сам пластик. С двух сторон надпись идет. Код данной трещотки на металле. По этому коду вы можете найти эту трещотку в каталоге Top Tool. Мы показываем постоянно в наших видео. Вот каталог Top Tool. Здесь весь инструмент собран. И каждый инструмент имеет номер. И, соответственно, данная трещотка также имеет свой номер. Это указывает то, что инструмент у вас, как говорят, не подделка, а оригинальный. Трещотки на 36 зубьев. Также маленькая трещотка, рукоятка пластиковая, также имеет номер. Реверс, разборная, быстрый сброс. Две отверточные рукоятки. Обычная 150 мм. И вот такая отверточная рукоятка длиной 240 мм с магнитом. То есть выбираете биту. Вот такой вот набор бит есть. Я дальше покажу его. Достанем биту отсюда, хорошо зафиксированы. Вот. Раз, и получаете отвертку. Длина рукоятки 240 мм. Ручка здесь пластиковая, но сверху, где черный цвет на рукоятке, это такое вот резиновое напыление. Также рукоятка имеет номер по каталогу. Вторая рукоятка 150 мм. Короткая, можете применять также с битами. Есть специальный переходник. Одевается и сюда вставляется сама бита под 1,4 дюйма. Или можно применять с головками под 1,4. То есть там, где нужно подлезть, также можете использовать удлинитель. Вот такая конструкция. Рукоятка здесь пластиковая. Также есть отверстие, квадрат для подсоединения воротка или трещотки. Это если нужно что-то сорвать. Удлинители. Под 1,2 дюйма у нас два удлинителя. Это длинный удлинитель 250 мм и короткий 125 мм. Надписи на удлинителях Top Tool. И номера. Также удлинители имеют свои. Так, под 1,4
У нас один удлинитель 150 миллиметров. Или 150 миллиметров. 100 миллиметров удлинитель. Под 1/4. Удлинитель только один идет. Два Т-образных воротка. Под 1/2 250 миллиметров. Т-образный. И под 1/4. 11 сантиметров длина его. Две трещотки и два Т-образных воротка в наборе есть. По 2 квадрата. Также воротки имеют свои номера. Два кардана под 1/4 и под 1/2. Карданы здесь скреплены заклепками. Заклепки черного цвета. Это усиленные хромолибденовая сталь. Два переходника. Переходник под 1/2 дюйма, это подбитый битодержатель, и под 1/4 дюйма битодержатель. То есть эти битодержатели можете использовать с трещотками, вставлять сюда биты, то есть их удлинитель сюда поставлять, уже вставлять в отверточную рукоятку. И битодержатель под 1/2 дюйма также применяется с битами. Это уже или Т-образный вороток применяете, или трещотку. Это то, что в наборе, с чем можно его применять. Далее я биты покажу еще. Лестничные головки. Головки здесь 16 мм и 21 мм. Внутри имеют резиновые вставки. Теперь биты. Под 1/4 у нас биты идут вот такой вот упаковке. Пластиковый кейс. В нем под 1/4 здесь 30 бит, профиля торкс, шлицевые, крестовые, шестигранные и крестовые. И также есть вот такой вот переходник для работы с шуруповертом. То есть данные биты вы можете использовать отдельно для работы с шуруповертом. Сейчас достану. Они тут довольно-таки плотно сидят. Вставляете биту и вставляете патрон шуруповерта. Можете использовать отдельно от набора. И биты под 1/2 дюйма. Общее количество 14 штук. Я уже показывал, под них адаптер вот такой идет. Также шестигранники, шлицевые, торксы и крестовые биты. Теперь по головкам. В наборе профиль шестигранный, головки идут короткие, длинные, небольшой набор, и все. Головки торкс, если вам нужны для работы, то это нужно будет докупить отдельно. Ну и головок длинных, вы видите, здесь всего лишь 6 штук. Начнем с коротких. Под 1/2 дюйма у нас 12 штук головок, вот они. Самая маленькая здесь на 15, самая большая 32. И под 1/4 ряд 13 головок. Самая маленькая у нас 4 мм. Самая большая на 14 мм. Профиль шестигранный. И головки длинные 6 штук по размерам 8, 10, 12, 14, 17 и 19. Вес головки 32 мм, составляет 213 грамм. Как видите, здесь головка полностью гладкая, отличная полировка инструмента, нанесено защитное покрытие матового цвета, надпись 32, это размер головки, Top Tool надпись и номер по каталогу, BAEA 1632. В верхней крышке у нас набор комбинированных ключей, 15 штук. Размеры ключей 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22. Вот такие вот ключи идут. Очень удобна рукоятка. У Top Tool идут два профиля ключей. Два разных, то есть одни прямые с широкой рукояткой. И вот такие вот зауженная рукоятка. Как видите, рожок немного наклонен вниз. Вот, по отзывам с этими ключами очень удобно работать. Очень удобно лежит в руке. Как говорил, полировка идеальная ключа. Видно, что инструмент качественный и профессиональный. Надпись Top Tool 22-22
размер ключа и номер также имеет данный ключ по каталогу. По комплектации все. Теперь проверим, как же инструмент верхней крышки закреплен. Тут без вопросов, ключи вот защелкиваются хорошо на своих местах. И исключает это выпадание. Материал затоления инструмента хром ванадиевая сталь. И теперь кейс. Вес набора составляет 7,4 кг. Ширина кейса 48, длина 35, это с рукояткой, высота 9 сантиметров. Хороший кейс, хорошо все изготовлено, то есть крышки подогнаны. И вот запирание на две пластиковые защелки, надпись Top Tool. С обратной стороны кейса, видите, такие вот ножки есть, для того, чтобы кейс у вас не ездил по столу. И наклейка присутствует, что это за набор, номер. На верхней крышке логотип Top Tool. Вот. Рекомендую к покупке данный набор. Отличное сочетание цены и качества инструмента. Спасибо, до свидания.